Отличная командная игра и энергичное противостояние. В Звенигороде прошел матч чемпионата России по гандболу между командами «Звезда» и «Ставрополье». С самого начала игра уже стала удивлять болельщиков. Гости получили право разыграть мяч и в первой же атаке хотели показать сложную комбинацию, которую все же не получилось довести до конца. Звенигородская команда в очередной раз продемонстрировала свое упорство и спортивное мастерство. Знаю одно, что они всегда проявляют характер. И несмотря на то, с кем они играют и какой величинный соперник. А в связи с тем, что у нас сейчас очень много игроков заболело, поэтому думаю, что сегодня будет игра очень интересная. И вот именно наша задача тоже проявить свой характер и умение. Ставрополье после первой атаки перешло к более традиционному нападению, а «Звезда», сохранявшая силы на финал, разрывала защиту соперниц. Цифры на табло менялись то в пользу одних, то других. Да, конечно, бывают провальные какие-то игры, но сенсации уже были. Ижевск выиграл «Ладу», Ставрополь выиграл «Кубани», и много интересных игр. И зрителям это интересно, и командам, которые в первой шестерке, интересно, потому что если игра складывается удачно, то в этих играх можно подключать молодежь и проверять, и они так постепенно готовятся вливаться в основной состав. В данном матче хозяйки поля продемонстрировали свой защитный стиль игры. Звенигородская «Звезда» одержала победу, и нашим спортсменкам удалось выправить турнирное положение. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».